Обыкновенная гадюка очень широко распространена в лесной и лесостепной зоне России. На европейском севере гадюку можно встретить и в Заполярье. Распространению гадюки в высоких широтах способствует то, что самка не откладывает яйца, а носит их в яйцеводах до тех пор, пока не придет пора вылупляться детенышу. Брачный сезон у гадюк наступает весной, через 3-4 недели после выхода из спячки. В это время самцы устраивают брачные турниры, сплетаясь между собой и стараясь одолеть противника в удивительном танце. Побежденному приходится удаляться с поля боя. Окраска обыкновенных гадюк очень разнообразна. Они могут быть различных оттенков серого, бурого и даже зеленоватого и красноватого цвета. Часто встречаются и совершенно черные змеи.